На аппаратном совещании в облгосадминистрации также шла речь о ходе подготовки к главному празднику Запорожья – Дню города. Осталось 3 недели. По словам городского головы Александра Сина, традиционная Покровская ярмарка пройдет 5 октября. Основной лейтмотив праздника – 70-летие освобождения Запорожья. Набережную обещают разделить на несколько зон, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. А вот большой вечерний концерт планируют перенести на 13 октября. В рамках проведения Дня города на каскаде «Радуга» будет проведен городок мастеров, организована концертная программа «Твои таланты Запорожья», а также в Вознесеновском парке будут работать школы эстетического воспитания, центры детского и юношеского творчества, а также планируется, как и в прошлом году, Александр Николаевич, по вашему поручению, участие областных учреждений культуры, которые наполнят культурным содержанием День города. Запорожцев и гостей предстоящих праздников ожидают и другие мероприятия. Всеукраинский казацкий фестиваль «Покрова на Хортице», реконструкция сражений и многое другое. Мероприятия набирают обороты, набирают объемности, и мы уже можем смело говорить о общегосударственном значении наших праздников –